Всем привет, ребят! Сегодня настроим ботнет. Для тех, кто уже приобрел или кто хочет приобрести, и как его настроить, и как пользоваться им. Все я здесь покажу и расскажу. Так, давайте. Вы будете получать такой вот файлик под названием axbotnet.rex. Здесь будет у нас ваше подключение к БД. Это, как говорится, будет одноразово, и для лучшей защиты и от слива буду я вам выдавать лично так. То есть вы пишете мне. Я вам генерирую такой файлик к вашей БД. Вы его просто... Сейчас посмотрим, есть он у меня. Так, и я вам генерирую такой вот файлик под названием axbotnet.rex. Вы его просто запускаете. Да, окей, все. БДшка наша занеслась. Все, запускаем сам axbotnet. Давайте подождем. Все, обновляются боты, проверка идет. Вот. Блин, спать хочу. Так. Ботов у нас офлайн сейчас один, когда они онлайн, они будут показываться здесь у нас. Ну и, конечно, в списке будут отображаться как онлайн у нас. Так, давайте сразу не будем терять время, создадим бота. Здесь чек виртуализатин, это проверка на VM, то есть на виртуализацию, такую как VMware VirtualBox, VMware Workstation, грубо говоря, на виртуалке. Обход UAC, маскироваться в системе, он сам копироваться будет, каждый раз заноситься в автозагрузку, если он удалит ее, допустим, там в автозагрузке каким-то образом найдет, он будет потом, будет бесконечно добавляться в автозагрузку. Он удалит, он добавился. Вот. Так, давайте подключим нашу БДХу. То есть вы покупаете себе VPS-очку. Так, сейчас. То есть вы покупаете себе VPS-очку. И на VPS-очку ставите себе БДХ. Почему советую VPS-очку? Потому что VPS-очки можно настроить самому, что захотеть в настройках конфига. Вот. Я вам советую брать всегда VPS-ки, а не веб-хостинги, которые предоставляют уже сразу БД, и уже все максимально настроено. Но когда вы захотите их попросить, чтобы они вам сделали в FBD-хе, изменили какой-то параметр, они не сделают этого. И вот так. Здесь мы введем вывод в автозагрузке, как это будет у нас называться. axbotnet. Ну, это пример. Так, вот. Protect build. Защищаем билд от уменьшаем вес, защищаем сам билд от от получения данных, которые в нем хранятся, ваша БДХа. Ну, она и так защищена, зашифрована, ну и Protect Build никогда не уменьшает защитить, ну и тем более вес уменьшает. Вот тут у нас БДХ с ключиком, это экспортировать БД, который вы будете экспортировать в свою БДХ настройки. Вот, экспортировали, залили в БДХ, то есть вот, сохраняем. Все, сохранили. Заходим в экспорт. Так, вот, заходим в экспорт. А, нет, так, импорт. Заходим в импорт. Импортируем нашу БДХу. Импорт, не экспорт, а импорт. Импортируем нашу БДХу. Все, мы заимпортировали. Все, у нас появились такие поля вот. Все. Так. Все. Так, давайте уже скомпилируем наш билд. Так, давайте это удалим. Все, так. Я не буду защищать, так, но все-таки тестируем на своем компьютере. Так, давайте соберем. Сохраним на рабочий стол. У нас оповестит, когда у нас все собралось.
Вот здесь справа появится такое оповещение. Вот, все. Build compiled. Все. Так, ну, так, давайте потестируем тогда, что ли. Давайте запустим нашего бота. Все, он у нас запустился. Ждем отстука от бота, пока он нам... Вот, все, он уже как офлайн сейчас. Ждем, пока он выйдет в сеть. Наша жертва. Все, вот он у нас появился. Давайте расскажу функционале. Функционал пока маленький, он будет обновляться ежедневно, пока что я работаю над этим. Функции будут пополняться. Так, давайте посмотрим. Bot upload файл, то есть загрузить файлы. Это, он будет сразу на все ботов загружаться не по отдельности, а на все сразу, потому что так, я думаю, лучше просто. Если надо, я добавлю отдельно. Так, ну давайте, вот у меня есть пуха. Затестируем все. Файл downloaded, загрузили этот файл. Так, ждем, пока наш бот сработает, получит команду запустить нашу программу. Вот, все. Она получила команду. Получил команду наш бот. Все, мы запустили. Так. Давайте бот reboot, то есть перезагрузить ботов. Они перезагрузятся. А паспорт, пароли Гугла. То есть посмотрим, давайте вот посмотрим мои пароли. Сохраняем на рабочий стол. Все, вот так. Так, вот, пароли у нас сохранились все. Так, давайте нажмем ОК. Так, окей, вот окей. Так, давайте посмотрим пароли. Ну, конечно, я замажу все. Я же не буду вам показывать пароли свои. Это... Так, все нормально. Так. Ну так, ну давайте тогда попробуем уже подытосить. Давайте. Dark Subnet. Наш форум. .nl. Давайте HTTP GET. Методы все описаны, как что работают. Вот, можете почитать. Конечно, еще будет добавлен Lawyer 4. Мы уже над этим работаем. Скоро добавим. Давайте пока просто HTTP GET. Все, DDoS атака пошла. Боты получили команду атаковать данный сайт. И все, они этим занимаются. С одним ботом, конечно, мы не положим один сайт. Так, давайте остановим. Все, у нас вот остановилась DDoS атака. Вот, в принципе, то, что я хотел показать, уже все. Можете спокойно покупать, загружать своих ботов, DDoSить. Программа будет автоматически обновляться. Вам ничего не нужно доплачивать, обновы будут там все с ботами, точнее, если у нас будет все нормально по финансам, то обновление будет бесплатное. Но все, обновления пока что сейчас идут все бесплатно. Всем спасибо за внимание, роботу привет, моему сладкому зайчику. Всем пока, короче.